В дни лета особенно хочется насладиться традиционным летним десертом. Сегодня я расскажу, как приготовить фруктовый лед. Этот десерт покорит вас сразу же, я гарантирую. Приступим. Теперь и вам известен потрясающий рецепт приготовления вкуснейшего замороженного льда. Мороженое поистине получается натуральным и нежным. Если хотите порадовать себя и своих близких, это именно то, что нужно. Все останутся довольны, уж не сомневайтесь. Приготовление замороженного льда начинаем с того, что смешиваем сахар с лимонным соком и ягодами с блендера. Измельчаем до однородности структуры, затем перетираем полученную смесь через сито. Теперь перекладываем персик в блендер и превращаем его в пюре. Тем временем взбиваем сливки до пиков. Аккуратно смешиваем сливки с персиком. В формочке выкладываем ягодное пюре, замораживаем. Затем выкладываем слой персиково-сливочной смеси и снова замораживаем. Завершаем ягодным слоем и снова отправляем все в морозилку. Достаем, когда мороженое полностью замерзнет. А можно и смешать слои. Одну порцию я сделала как раз так. Наслаждаемся невероятным вкусом. Приятного аппетита!